Друзья, всем привет. Отвечаю на вопросы, как всегда, очень-очень быстро. Про пожилых. Почему бывают проблемы с памятью, с вниманием? Как помочь? Во-первых, если у вас есть близкие, понятно, что нужны мультивитамины, и нужно заканчивать с магазинной молочкой, нужно заканчивать с печеньками и переводить на нормальный рацион питания. Плюс помочь пожилому усваивать все это, потому что у них обычно снижена кислотность. Когда кислотность снижена, гепоцидность, что происходит? Не усваиваются белки. Без белка не можем ничего строить. Без B12 начинается невроз. И вот так вот мелочь за мелочью накапливаются очень сильно проблемы, и начинаются такие некие истерики. Помимо этого, у них повышенное, пониженное давление. С этим хорошо там работают нутрициологи. Обычно там и D3, и K2 идет, и омега высококачественная, и хлорофилл дается, чтобы ткани получали кислород и не было такой сильной гипоксии. Понятно, что у многих пожилых вообще вся группа B в дефиците. И также им, помимо этого всего, еще необходимо электролитная поддержка. То есть обычно пожилые не смотрят за тем, чтобы у них в организме были минералы и сюнтуки. Они попили что-то, и дай бог два стаканчика, и все. И это очень-очень сильно влияет на организм пожилого человека.